Допустим, ваша жена, вы к ней хорошо относитесь, вы ее любите, повела себя в каком-то домашнем споре довольно-таки агрессивно, и вы впервые думаете, ё-моё, а что это меня так оскорбляет вдруг неожиданно? И вы начинаете в ответ ей: вот упаси вас Бог. Разбираться с близкими людьми, либо людей, которых вы хорошо и давно знаете, с ними в моменте, может быть, у них какие-то неприятности, может быть, что-то случилось, вы об этом вот в эту секунду не знаете. Вставать на те же грабли и обзывать также грубо и прям вот не выбирая слов вот своего человека, который еще недавно вам был близок. Как только вы это сделаете, а человек и так настроен конфликтовать, вы вот так вот этот берег, на который нужно навести мосты, отдаляете. Зачем это, ну, нужно делать или не нужно делать? Объясню. Потому что в этот момент, пока вы не знаете, что у него случилось, вы этот мост уже не наладите ни завтра, ни послезавтра. А человек вам, ну, может быть, дорог, и вы не хотите с ним ссориться.